Всем привет, мои родненькие, мои братики, мои сестрики и все новые нагнал заходящие. Добро пожаловать в игру под названием Pain Harbor. Данная игра очень-очень-очень жуткая, очень страшная. Так что присаживайтесь поудобней. Прячьте свои мурашки под кожу, будет незабываемо. Если ты не играл в эту игру, то обязательно поиграй. Ребят, я заметил, что на моем канале просмотров больше смотрят мои видео не подписчики больше, чем подписчики. Поэтому прошу вас подписаться на канал. Это поможет продвижению моего канала, поставить лайк жирнейший. Ну и, соответственно, смотреть мои видео. А мы начинаем Pain Harbor. По настройкам пробежимся. Так, локализация русский, критические значения. Так, субтитры включено, прицел по умолчанию. Что можно поменять? А, можно поменять, да? Ну, не знаю. Давайте пока примерно... Может, точку поставим? Или вот так? Да, короче, оставим по умолчанию, потом видно вот так по видео. Размытость при движении я не люблю, давай выключим. Так, угол обзора все это оставляем. Фиксированная частота кадра выключить. Давай фиксированную. Ладно, выключим. Так, яркость пусть так остается. По графике все эпическое. Масштабированное разрешение. Так, пользовательский. Так, управление. Управление. Ну, в принципе, что тут смотреть, по ходу дела разберемся. Да, бег, shift, присесть, control, использовать F. Стрелять, целиться, удар прикладом, кстати, есть. Смотри, V, отлично, это как в Call of Duty. Перезарядить R, ну, быстрое лечение, H, далековато. Ну, ладно, следующее оружие. Та-да-та-да-та-та-та, инвентарь, тап. Карта M, фонарик L. Фонарик L. Так, по звукам все хорошо, у нас наушники, все. Принимаем. Так, назад. Все, новая игра. Так, ребят, ну... У меня выбора сложности, видели, да? Не было выбора, просто выживание и все. Пропустить вступление. Давайте не будем пропускать, погнали. Что же это за такой Pain Harbor? Мы сейчас посмотрим. Ну, говорят, что игра просто жуть. Блять, сколько можно ехать еще? Прочитать письмо. Удерживать надо. Так, дорогой сынок, мне жаль, что я не смог присутствовать на похоронах твоей мамы. Мне жаль, что я даже не сказал тебе, почему я ушел и куда пропал. Последние 10 лет я вел важное расследование, от этого зависели жизнь многих невинных людей. Но сейчас я чувствую, что больше не могу справляться один. Сын мой, я умоляю тебя о помощи. Приезжай ко мне, ты поймешь, когда я все расскажу. Pain Harbor. Это место, где все началось. Ричард Хэ, нахуй. Теллер. Ричард Хэ Теллер. Так. Иден Стрит, 11, Pain Harbor. Короче, отец нам оставил, походу, письмо, чтобы мы приехали ему помочь с каким-то делом, расследовать дело. Что за дело, непонятно. Что мы встретим, тоже непонятно. Вроде атмосферное пока начало. Один водитель, блядь, один пассажир. Круто. Что за городок такой подозрительный? Pain Harbor. Ну ничего, сейчас мы доедем и разберемся. Ебать, это что, бункер какой-то или тоннель, блядь, что это такое?
Но я бы не сказал, что прям... детализированный автобус, но в целом, в принципе, все как по книжке, все ровненько, все выверено, четко, нет таких прям этих каких-то моментов. Ну, в плане не докопаешься, вроде все четенько, да, сделали. Все гладко, аккуратно. Круги круглые, квадраты квадратные. В целом все четко. Обязательно ставь мне, брат, жирнейший лайк обязательно поставь. Эта игра просто, просто тема. Мы должны на нее взглянуть. Ну, я не знаю, все так говорят. Я тоже хочу оценить ее. Вот как раз таки мы с тобой и оценим. Далеко еще? Эй! Эй! Зависит от того, куда вы направляетесь. Пайн-Харбор. Еще пара минут. Ну да, действительно, мы что-то слишком долго как-то едем. Не люблю такие игры, когда... долго... что-то начало долго происходит. А, может поэтому надо было пропустить начало? Послушай, это не мое дело. Но ты уверен, что это место, куда тебе нужно? Это заброшенное место. Никто не живет там, насколько мне известно. Так что произошло? Какой-то завод взорвался. Но знаешь, эти ебучие корпорации проебались снова. Бог придет за ними в судный день. Угу. Какие-то корпорации, короче. Может быть, как всегда, лаборатория и всякие там... попытки скрещивания всяких там, я не знаю, блядь. Тварей каких-то там, наверное, блядь, создавали, как всегда. Так. Ну вот мы и доехали, я так понял, правильно? Вот у нас остановочка. Это твоя остановка. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Благослови тебе, Господь. Конечно, бог со мной. Давай, кетк. Так, welcome to Pine Harbor. Ну, я не хочу выходить из автобуса, поехали дальше, пизду, блядь, ладно. Ну, ладно. Мы же не боимся страшные игры, правильно? Нам же по барабану. Так, слушай, я тебе так скажу честно. Я бы поправил, знаешь что? Я бы поправил чувствительность мыши. Чуть-чуть и сделал ее поменьше. Где-то вот так вот примерно. Даже еще меньше. Подожди. Даже еще меньше я бы сделал. Вот так, наверное. Давай посмотрим. Да, вот. Все, вот так получше. Мне так покомфортней. 11, что? А, ну вот, правильно, 11. Как он там говорил? Блять, а как посмотреть? Письмо, где задачи? А, даже карта есть. Ничего себе. Так, подожди. Ну, нам получается вот сюда, где крестик, скорее всего, я так понимаю. Это такой городок, да? Так, предметы. Письма я не вижу, чтобы почитать. Ну, ладно. Ну, давай нам сюда, походу. Слушай, блять, ну это атмосферная графика, смотри, такая прям... туман. Ну, все зелено. Очень атмосферно. Ну, я не знаю, как это на видео тебе будет передаваться, братан, но... для меня это очень атмосферно. Надеюсь, меня ебать не будут в первые минуты игры. Пожалуйста, не надо. Уф, у меня уже начинается какая-то... непонятная дичь в моем организме, что-то происходит, уже какой-то непонятный страх. Так, подгрузка, кстати, видел была? Вот мы идем и на ходу подгружается локация, что-то подгружается. Блять, как детализировано, все, там оказывается, ты посмотри. А бегать, а вот все, можно бегать, да? Уф. Что это такое было, блядь, а? Меня поймали? Куда я смотрел? Ёб твою мать.
Кто это, отец? Надеюсь, это наш отец, блять, потому что... Потому что... Я не хочу попасться каким-нибудь людоедом или что-то подобное. Ну-ка, а батька, это ты? А, человек, что? Стой, стой. Это может быть бляхой. Говорить можешь? Да. Да. Да, я взгляну на тебя. Кто? Джошуа? Ты? Нет, нет, нет. Ты не должен быть здесь, он не может быть здесь. Нет, я знаю, что? Окей, бля, сука, мы не должны быть здесь, пиздец. Тихо! Я тебя освобожу, но не глупи. Пап, я получил твое письмо. Ух ты. Как нихуево. Вся кровь в голову затекла, иди внутрь, быстро. Вся кровь, блядь, в голову затекла. Бля. Хуя меня накошмарило, смотри. Как будто под таблетосами я же. Жестко колес накидался и меня плющит просто. Ну так атмосферненько вроде пока начало, да? Ну давай посмотрим, что будет дальше. Так. Что ты здесь стоишь? Не стой там. А, ну мне домой надо идти. Подожди, он мне сказал, иди домой. Я иду домой. Угу. Заходим. Заходим. Че, давай присядем на диванчик или приляжем, потому что что-то это... игра уже ебет в самом начале. Так, ладно. Ну или чё? Чё, не хочет присаживаться? Ну, давай походим чуть. Как ты можешь, блядь, здесь жить, а? Что ж ты, папаня, делаешь? Куда ты пошел? Поговори со мной. Короче, мужик вообще, да, это... Необщительная особа, да? Ну? Слушай, и слушай меня внимательно. Я не отправляю тебе никаких писем. Твою мать, вот она началась, хуйня. Теперь иди вниз по лестнице в подвал, закрой дверь, не открывай дверь никому. Я постучу 4 раза, запомни, 4, не 3, не 5, 4. Ты понял? Что, блядь, происходит? На это нет времени, закрой эту ебаную дверь изнутри. Я все расскажу, когда все закончится. Что закончится? Ночь, сынок. Ночь. Ууу, ночь. Опасная ночь. Ну что ж. Закрываем? Блять. Закрываем, нет? Ладно. Давай будем слушать, что происходит. Блять, я надеюсь, сюда ко мне никто не проберется. Тут свет включается. Я хочу включить свет. Слышишь? Ебать. Ебать. Он кого-то валит, смотри. Ебать. Кого это он там убивает? Ах, еб твою мать, зачем я это сделал? Зачем? Зачем я это сделал, блядь? Заново. Сука. Меня выебли в самом начале игры, блядь. Ты, да не, я не буду открывать тогда, получается. Ну да, если я открою, короче, мне ГГ, да?
Ну не знаю, давай, может быть, поищем какую-то пушку или что? Что-нибудь такое здесь поищем. Потому что... Ебать, он там хуярит, смотри. Так. Тут ничего нету, брат. Тут ничего нету. Вообще пусто все. Блять, а это мне сейчас убегать придется? Твою мать. Фонарик не работает. Нихуя, я тут буду. Ох, нихуя меня накрыло. Смотри. Джош. Раз, два, три, четыре было, да? Четыре удара. Hungry? Голоден? Really? Серьезно? Сегодня ночью нам повезло. Всего лишь один пришел. Бывает и так. Я работаю над статьей здесь. Джош, общество должно знать правду. Тот, которого я подстрелил вчера, это все оно. Химикаты, мутации. И это повсюду. Я пытаюсь изменить ситуацию. Эта ебучая корпорация пытается подставить меня и ослабить, пригласив моего сына. И поэтому ты должен покинуть это место, Джошуа. Черт, я не видел тебя несколько лет. Я бы мог помочь. Но прежде чем ты уедешь, я хочу попросить тебя об одолжении. Одолжении? Я собираюсь в Кейгуд за припасами, пара рук, и общение с моим сыном было бы неплохо. Хорошо, давай. Вот такой вот дядька, да, у него? Отец, точнее. Странный мужик. Блять, ну чё, пожрать не хотим? Это чё, тефтельки? Тефтельки и чё? Спагетти, да? Ну, я похавал тефтельки со спагетти. Бля, ну так все детально, вроде прикольно. Ладно, пойдем. Пойдем. А куда он пошел, блядь? А, все, вижу. Ну, нас какой-то хуй все равно выебал, да? Когда мы дверь открыли, получается. Ну что ж, давай прокатимся. Куда хочет папка съездить, поехали. Ну и дорога, да? За нами Россия, Москва и Орва. Это был хороший город. Пожалуйста, давай без оправданий. Ладно, ладно. Остановка наша. А ты чё вправо-влево не смотришь, а? Вправо-лево-то смотри, блядь. Ты как смотришь? So так как твоя семья? Развелся. Ох, жаль это слышать. Разработчики, поправьте этот момент. Ты чем так ты тут здесь занимаешься, ты? А, ну я пишу статьи и пытаюсь... Ох, ёб твою мать! Пиздец, ты видел? Как это все быстро произошло, пап? Кто ты? Кая, дочь проповедника. Ты попала в аварию, помнишь? Да, я помню. Там было что-то. В следующий раз, дави это. Мой отец был за рулем, где он? Прости, но кроме тебя никого не было. Ебать, я должен вернуться и найти его. Ты ведь сын Ричарда. Да, знаешь моего отца? Твой отец и мои родители были близкими друзьями. По крайней мере, он нашел здесь семью. Проклятие.
Осталось несколько семей, им некуда было идти. Хорошо, я твой должник, но сначала мне нужно найти отца. Понимаю, если у тебя будет возможность, мне нужны лекарства и топливо. Я не могу пойти одна, потому что, пожалуйста, мне просто это очень нужно. Я посмотрю, что могу сделать. Возьми это, тебе пригодится. Я установила таймер на твой часа, когда ты был без сознания. Постарайся не выходить на улицу ночью. Понятно, спасибо за заботу. Так. В общем, ты видел, да, братик, мы с тобой ехали с отцом, общались, блядь, о моей семье. И тут, короче, накрыло, как всегда, какая-то хуйня появилась и... Авария. Авария, авария, авария. Куда делся отец? Непонятно. Подожди, ты мне что-то дала? А что ты мне дала? Ладно, давай вот это возьмем. Так, бита. Что это мы взяли? Что получили? Что мы взяли? Подожди, это что? Так, бита, понятно. Батарейка, небольшой портативный источник питания. Так, необходим для повышения выносливости. Вода. А есть какие-то быстрые слоты? Быстрые слоты имеются? Нет? Поворот, отмена, закрыть. А, это типа выбросить правой кнопкой мыши и взять. Два раза, наверное. Использовать F. Двигать Ctrl. Так, задачи. Так, теперь что, куда нам надо? Получается, вот сюда. Опять домой, да? Ебать, я прямо вот здесь в конце, смотри. Ну, хорошо. Хорошо. Я не знаю, стоит ли нам еще что-то тут почекать, прочекать. Непонятно. Давай попробуем, наверное, зайти в дом. Посмотреть, что в этом доме имеется. Если что-то имеется, мы, соответственно, с тобой возьмем. Так, открывается дом? Не открывается. Сука, линейные шутеры, блядь, не люблю. Вот эти вот. Но это не шутер, она может быть и шутер, тут же стрелять можно. Возможно, это отчасти шутер. Так, доски. Доски можно брать, да? Так, длинный плоский кусок дерева можно использовать для создания предметов. Ебать, еще и крафт здесь, прикинь, присутствует. Ебать, что за игра, что за игра. Пока, блядь, пока только восторг. Так, здесь что? Ничего. Американо, water. Так, американская вода. Может быть, отсюда можно зайти в дом, с этой стороны? Нельзя, да? Так, ну, блядь, что я могу сказать? Здесь, ладно. Нет смысла нам туда идти, потому что там водичка. Так. Еще там туман такой густой, да, по идее? Блять. Туман такой прям сильно густой. Ну, давай, давай посмотрим, куда нас это приведет. Так. Подожди. Блять, это что такое? Иди сюда, сука. Иди сюда. Ты что за инопланетянин, блядь? Ты меня приведешь куда-то, да, сейчас к своим, да? Пиздюкам. Да пошел ты нахуй, я не хочу за тобой бежать. А почему ты быстро бежишь постоянно? Блять, если честно, нет, у меня мурашки по коже присутствуют, ребята. Но у меня выносливость кончается. У меня кончается выносливость. Но я вот... Блять... Сука. Через правую кнопку мыши нажимаю. Вроде это. Смотри, здесь выносливость не кончается. Значит, здесь сюжет какой-то сейчас будет, да? Может быть, да? Может быть. Но я не знаю. Давай идти дальше. Пока непонятно. Какой-то вот... гуманоид какой-то, блядь, появился непонятный. Вообще, блядь, у него какой-то орех на голове, блядь. Но почему-то я бегу постоянно. Но я не хочу бежать. Так, вот сейчас я иду. Сейчас я иду. А куда я пришел, ебаный рот? Так, значит, мне как-то надо вон туда попасть. Правильно? Значит, надо как-то спуститься.
Но этот хуй на меня не напал, понимаешь? Он ебать меня не стал. Так. Сколько, интересно, уходит выносливости, когда я ударяю. Вот это мне интересно, чтобы понимать. Сколько? Ну, в принципе, я могу несколько ударов сделать, это хорошо. Так. Че, мы будем как-то лутаться, что-то делать? Есть ли какой-то смысл? Ну, город, правда, заброшенный. Здесь я вообще ничего не вижу. Соответственно, да? Мусорки, не знаю, надо шарить, не надо. Так. Ну, мне интересно просто, надо нам с тобой лутаться или не надо? Вот в чем вопрос. Так, подожди, что по карте? Ну, мы за домами. Мы за домами. Вот этими. Ну, атмосферненько. Мурашки есть по коже. Атмосферненько в целом. Да. Не знаю, стоит ли мне идти по главной улице. Возможно, стоит, да? Ну давай, хулин, ты же... Что-то должно произойти, давай пойдем. Что-то же должно произойти, правильно? Так. Чем-то... Слушай, не напоминает Silent Hill, а? Чем-то напоминает, да, Silent Hill, что-то, городок вот этот. Не знаю почему, но мне чем-то он напоминает Silent Hill. Ну пока тишина. Игра вот пока держит в напряжении, но ничего не происходит. Но это очень и подозрительно интересно. Давай наблюдать, что будет дальше. Так, что по карте? Мы приближаемся. Все хорошо. У нас все с тобой хорошо. Мы не будем негатив разводить у себя в голове. Мы просто идем куда-то в темноту, блядь. Я, говорю, дала тебе часы. Ты мне дала часы? А где посмотреть часы? Темнота начинается, братан, пизда. Нам пизда. Я гарантирую, нам пизда. Нет. Я не хочу ходить в темноте, пожалуйста, пожалуйста, блядь. А мы можем вот так вот сквозь лес просто чек этот побежать? Пизда мне. Бля, мне пизда, пацаны. Нас сейчас ебать будут. По полной программе, блядь. Я не знаю, куда идти, нахуй. Я не вижу нихуя. Я нихуя не вижу. Я нихуя, ребята, не вижу вообще. Если меня и будут ебать, я буду просто орать, как сучка. Блять. Даже этот звук меня напрягает, нахуй. Я не хочу вообще по сторонам смотреть, я просто бегу нахуй. Сука, какая у меня в теле жутняк какой. У меня просто столько мурашек, блядь, я не могу передать словами, ребята. Я в натуре просто на жутнике, пиздец. Блядь. Что за хуйня происходит? Свет не работает, сука. Подвал, нахуй, да-да. Это что такое? Получим предмет. Так, консервы, дополнительное здоровье. Консервы. Это что? Кастрюлю можно разобрать на верстаке. Ебать. Кто я там набирает тарелки какие-то, хуй поймешь. Свет не горит, нахуй. Так, дверь я закрыл, но, блядь. Подожди. Я здесь, правильно. Твою мать!
На сука тебе! На сука! Пидарасы! Я закрыл дверь, блядь! Откуда вы, сука, взялись? Какая жуть! Какая жуть, сука! С окна залезли, пидор! Иди сюда! Пидорасы, захавали меня нахуй! Аж какие бурашки по коже, блядь, вот этого я понимаю. Ох, жутняк, жутняк. Так, ну что, ребят. Надеюсь, вам понравилось, да? Это хуета. Я возле дома. Ладно. Давай попробуем еще раз. Я не знаю, мне надо, короче, знаешь, что сделать? Я знаю, что мне надо сделать. У меня есть. У меня есть, короче, сейчас. Я быстро это все наберу, заберу. Я предлагаю, короче. Я предлагаю вот здесь закрыться, встать. И просто их ебать. Где-то в одно место встать. Да. Просто встать здесь и просто ебать их нахуй. И чуть темнее как будто становится, видал? Они приближаются, суки. Иди, иди сюда, иди, 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 иди сюда. Хуй тебе. Ах ты, сука, ты меня ударил. Ты сука, а. Так, когда ночь пройдет, это ебаная? Так, подожди. Использовать. 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 Использовать нахуй. Я здесь! Я здесь! Иди ко мне! Иди ко мне! Ебучка сраная! Иди ко мне, иди ко мне. И ты иди ко мне, иди ко мне, ебучка сраная. Иди ко мне. Иди ко мне, рудники! Иди сюда! Баю, баюшки, баю. Разложу я на краю. Разложу я всех вас, блядь. Захуярю всех подряд. Так, подожди. Ну давай еще один. Да хуй знает, кто из них первый, блядь. Кто из нас первый придет? Ты все? А ты? А ты идешь сюда? Ко мне, мой родненький, ко мне, мой родненький. Подойди ко мне, подойди. На, сука, тебе. Типушила, блядь. И что это? Все, что ли? Что-то открылось как будто, да? Надо ждать, короче, надо эту ночь пережить, я так понял, да? Я правильно понял? Надо ночь пережить, правильно? О, эти какие-то другие, смотри. Рогатые уже какие-то, блядь. Это какие-то другие, нахуй. Слушай, они меня выебут, если я это... А если я вот здесь стану? Всё. Здесь вообще идеально, братан, смотри.
Я просто их буду лупить здесь нахуй, смотри. Вот здесь вот вообще идеально, никто не подойдет. Вот один подход, все. Один подход, братан. Больше нет других подходов. Когда эта ночь ебаная пройдет? Найти отца. Задача найти отца, предметы. Как посмотреть время, блядь? А? Как посмотреть время, братан? А? Птичка. Иди сюда, родненький мой. Иди сюда. Я здесь. Я здесь. Выходи, сука. Я здесь, блядь, выходи. Что за жесть? Сука. Ебать. Все, можно идти? А сохраняться можно здесь? Нельзя, да? Так, что, типа светлеет или что? Хуй его знает, ребята. Давай еще посижу здесь 5 минут. Фух. У меня волосы на руках просто стоят, ебать, как столбы, нахуй. Чтоб ты понимал. Прикинь, какая хуйня. Беспонтовая вообще. Выйти нельзя сюда так просто. Дверь вот эта не открывается, сука. Ну и чё, куда нам? Теперь? Где искать отца, блядь? Если я выйду на улицу, меня ебать не будет там? Блядь, закрыто. Никак, да? Пиздец, что делать? Ну давай этот... Похуй, выйдем на улицу, хули. Светлеет, нахуй, уже можно, я думаю, выходить. Делом. Так, надо найти отца. Огонь какой-то горит тут или чё? Так, чё здесь? Похавать, да? Так, верстак. Что мы можем здесь сделать? Так, чертежи. Чертежи. Никаких чертежей нет. Допустим. Двигать, создать спейс. Что создать? У меня нет никаких чертежей. Так, а можно же кое-что разобрать, подожди. Вот это вот F разобрать. Разобрать. Это что такое? Материал получен путем переплетения волокон, можно использовать для создания полезных предметов. Горючая смесь используется для выталкивания пуль из огнестрельного оружия. Так, незаменимый инструмент для ухода за ранами. Длинный плоский кусок дерева можно использовать для создания предметов. Так, хорошо, здесь что у нас? Получен предмет. Предметы. Сука. Какие предметы? Что за предметы, блядь? Как почитать? Что-то почитать можно здесь, нет? H-H-L. Вот. У меня все время был фонарик. До этого, да? Или что, блядь? Радиатор. Генератор. Ладно, хуй с ним, пока непонятно. Пока непонятно. Найти отца. Найти отца. Где мы будем искать отца? Непонятно, да? Здесь что-то еще есть в этом доме? Подвал, может быть, или еще что-то. Так, доски, понятно. Это мы берем. Так, кастрюляку не берем. Так, здесь что? Высаживал. Жрачку высаживал, да? Сюда выйти мы не можем.
кастрюля, она разбирается. Так, нам надо найти оружие, я так понимаю. Так, ладно. Запрыгнуть я не могу. Хорошо. Запрыгнуть я не могу. Металл, доска. Я могу сделать что? Создать. Подожди, что я могу создать? Магнум, патроны. Обычная баррикада. Винт. Обычная баррикада. Так. Это я могу патроны делать, прикинь. Но у меня нет оружия. Обычная баррикада. Так, ну давай создадим. Подожди. Создать. Все, да? Обычная баррикада. Подожди. Странная как-то хуйня какая-то. Магнум. Ну патроны, ладно. Давай сделаем патроны. Подожди. Давай сделаем вот эти патроны. Вот эти патроны сделаем. Всего понемногу сделаем, да? Да. Все. Всего понемногу сделаем и пойдем, короче, в город. Твою мать, а. Ебать, ты жесткий, по идее, да? Да. Погнали в город. Так. Я теперь ничего не боюсь. У меня есть фонарик, нахуй. Пизда вам всем. Блядь, надо оглядываться, походу, видал? Я так понял, это все вот эти люди, которые здесь жили. Они, короче, все в этом городе, они вот стали вот такими мутировавшими, ёбнутыми. И теперь мне приходится их всех битой, блядь, долбать по голове говяжьей, блядь. Ты это слышал? Ты это слышал? Это просто пиздец какой-то. Так, найти отца. А где я буду искать отца, блядь? Блять, ну мне показывает, что надо идти туда. Ну, в смысле, это, искать отца нужно там. Правильно? А где я буду его искать? Я в душе не его. Мы повернули вообще направо. Кстати. Мы повернули направо, братан. Да. Мы ехали вот сюда. Кстати, были вот эти вот типочки здесь. И мы врезались где-то вот здесь. Машины нет. Машины нет. Зайти я никуда не могу. Сука, я хочу взять оружие. Баррикада не ломается, да? Блять, и что мне делать? Что с... Куда идти, блять? Чё чекать? Хуй поймешь вообще. Лестница вон наверх есть, смотри. Не могу забраться, пиздец. Хорошо. Давай пойдем сюда, в лес. Бля, ну по лесу, наверное, ходить очень опасно. Я думаю, мне пизда придет, если я пойду по лесу. Однозначно, да? Ну, я вообще это... Давай обратно к дому прибежим, потому что все-таки кругляшок там отмечен. Да, он же не зря отмечен там, правильно? В целом-то. Я не могу пройти туда, смотри. Уже не зря там отмечен, правильно? Уже можно где-то походить, что-то посмотреть. Найти отца, говорит, блядь. Как я его найду, нах?
Каким макаром, блядь? Есть ли тут какие-то тайные тропы, блядь? Вот хуй лежит. Так. Ну я тут вроде все посмотрел в целом. В целом я все посмотрел. То есть как бы, блядь. Понимаешь? Я все посмотрел. Вот бинт можно создать, кстати. Бинт можно создать. А, генератор включается, чтобы, наверное, в доме свет был, да? Да. А чтобы топливо залить. Блин, надо топливо залить, походу, да? Да. Подожди, нихуя не пойдет так. Даже если я включаю, свет горит. Да, все. А если я выключаю, то, естественно, свет не горит. Естественно. Так, а сколько топлива у меня там осталось? Полное, да? Хуй его знает, как она расходуется вообще. И расходуется ли она вообще? Да похуй, пусть включенная будет, проверим. Так, я не понимаю вообще ничего. Я не понимаю ничего. В этом доме, блядь, столько света, нахуй. Да, вот эта дверь открывается, она не открывается, блядь. Сука. Я не люблю, когда темно, люблю, когда светло, блядь. Пизду. Свет, свет, свет. Здесь что, свет? Свет вон есть, но как включить? Где включить тебе? Где тебе включить, блядь? Ух ты, хранилище может что-то хранить здесь. Ну, давай, баррикаду, кстати, можно будет забить. Использовать баррикаду, ну и чё? Использовать баррикаду. Я хочу баррикаду сюда использовать. Как использовать баррикаду? Сетап. Чё за хуйня? Короче, не знаю. Вот здесь вот что-то надо баррикаду использовать. Я ее выкинул нахуй, хуйня. Короче, не знаю, как это не работает. Может быть, мне надо какой-то молоток, может быть, найти. Делам. Такое чувство, будто вот надо что-то найти мне, чтобы вот это отпереть, вот эту дверь. Вот эта дверь, она закрыта. Там что вообще за той двери? Может быть там... Вот как раз-таки там что-то интересное. Вот. Вот. В целом. Но я не могу ее открыть. Почему? Что мне необходимо для этого? Что мне для этого необходимо? Скажи, пожалуйста. Что я должен взять? Или что-то найти? Вот здесь в доме... Ничего такого и нету, чтобы взять. Есть патроны какие-то, да? Порох, это порох. Так. Батька, тут заряжено, блядь, оружие. Но я не могу не понять это. Вот тоже здесь хранилище, понятно, ладно, хранилище. Почему нет никакой там молотка, блядь, гвоздодера какого-нибудь, монтировки какой-нибудь, что-нибудь. Что-нибудь такое. Нету, да? Да. Нету ничего. Ничего. Так. И в гараже тоже ничего нету, да? В принципе, первую ночь я пережил без труда вообще, да? Ну как, без труда. Разочек мне пизделей отвалили, но это, я думаю, не такая страшная беда. Я все понимаю, ребята, но... Вот там же лежат всякие монтировки, отвертки, хуёртки, блядь. Почему я не могу взять? Ой. Всё, создать ничего не могу.
Зачем мне радиатор? Уходит, кстати, топливо. Не уходит, нихуя. Если б я знал, я бы сразу, блядь, свет включил. Вот игра учит просто на ходу тебе, блядь. Во! Это пила! Правильно? Нет, это, блядь, металл флам. Блядь. Это просто диск тормозной, нахуй. Разобрать могу, патроны сделать. Пиздец. Так. Все, короче. Я не знаю, что мне делать, ребята. Я тупой, нахуй. Что мне делать? Я хочу вот эту дверь открыть, но я ее не могу открыть. Получим предмет. Что за предмет получим? Непонятно. Во! Наконец-то я открыл эту дверь. А я могу ее закрыть? А я могу тут свет включить. Это что такое? Так, подождите. Тот роковой день 1987 года, когда катастрофическая промышленная авария потрясла фундамент некогда процветающего городка Пайн-Харбор, произошел душераздирательный поворот событий, навсегда изменивший его облик. Это происшествие, вошедшее в историю города, не только привело к его закрытию, но и повлекло за собой значительные человеческие жертвы. И остановило неизгладимый шрам, оставило неизгладимый шрам на душе жителей. Эксклюзивно. Ричард Теллер. Это, короче, отец писал хуйню эту так. После катастрофического взрыва на химическом заводе корпорации Valheim, Пайн-Харбор превратился в город-призрак, улицы которого опустили и признаны непригодными для жизни. Однако в то время, как жители города борются с разрушительными последствиями, Valheim корпорация оказывается втянутой в полемику, пытаясь опровергнуть обвинения и заставить замолчать журналистов, ищущих правду. Эксклюзив. Ричард Теллер. Так, пистолет — это хорошо. Вот это очень хорошо. Это прям... Ой-ой-ой, как хорошо, как хорошо. Так, что еще мы можем взять? Так, я нашел часть карты шахты в библиотеке, но на ней изображена только часть убежища. Нижних, уверен, уровней нет. Нужно срочно очистить это место. Нам нужно продолжать работу. И не попадись, Хелен. Так, часть карты шахты в библиотеке, но на ней изображена только часть убежища. Нижних уровней нет. Нужно срочно чистить это место. Нам нужно продолжать работы и не попадись, Хелен. Кто такая Хелен? Блять, кто такая Хелен? Столько много вопросов и так мало ответов, друзья мои. Ну хорошо. Ладно, если тебе понравилось, ставь жирнейший лайк, братан. Просто жирнейший. Я на жутнике. Надеюсь, ты тоже был на жутнике вместе со мной. У нас теперь есть бита и есть пистолет. Увидимся с тобой обязательно в следующей серии. Давай на этом закончим. Ух, какая игра. Если тебе понравилось, пиши об этом в комментарии. Мы сделаем продолжение. Все. С вами был Джонни Форс. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.